Сегодня будем клеить, короче, стекло на 11 Pro Max по линии поменять надо. Раскроем, посмотрим. Достанем, глянем, как оно будет ложиться. Слушай, ну оно фонаревое. Стекло, да? Ну, ну глянь, насколько меньше. Ну, понял, это закрывает вот до сюда бортик. А это глянь, насколько меньше этого. Сейчас на свой примере посмотрю. И на мой говно. Короче, написано, что на 11 Pro Max стекло и на 10. А по факту, короче, не закрывает ни здесь, и по бокам меньше, чем надо. Ладно, наклею, короче. У него хорошо хоть чехол там. Более-менее. Так, снимаем это стеклышко. Хопочки. Хопочки, хопочки. Это мусор. Так, телефон отлично выглядит. Пробуем. Отрываем вот это стеклышко. И... Ну такое. Фонарь, стекло, да? Короче, не рекомендую я вам это стекло клеить. Вот это очень фонаревое стекло. Хоть оно в экшене и дешевое, стоит 1,5 евро, но я вам его не советую, 100%. Потому что оно вообще, вот если я вам покажу, но не закрывает ни тут, ни тут. Нигде, короче, не закрывает. Просто фонарь. Ну, гляньте, какой обод получился по кругу. Все открыто. Что это за стекло? Это разве стекло? Финтикос, короче. Не советую.